Уважаемые пассажиры, поезд следует до станции Ипподром со всеми остановками. Осторожно, двери закрываются. Следующая остановка – Электрозаводская.
Кировская. Следующая остановка – сортировочная. Осторожно, двери закрываются. Следующая остановка – сортировочная. Следующая остановка – авиамоторная. Осторожно, двери закрываются. Следующая остановка – авиамоторная.
Авиамоторная. Следующая остановка Андроновка. Осторожно, двери закрываются. Следующая остановка – Андроновка. Не забудь только. Включи. Ну как ты зол? Андроновка. Следующая остановка Перупа. Осторожно, двери закрываются. Следующая остановка – Перово. Да не пинайся, надо. Да нет, у меня двумя ножками в штурмане. Да что ты говоришь? Все, перестань. Ну ты, пожалуйста, так. Ты очень громко смотришь. Да хватит. Thank you.
Европа. Следующая остановка Плющева. Деревянные массажные щетки для волос хорошего качества. Маленькие и большие, 150 рублей. Терочки для сухой чистки ног или пяток. Цена 50 рублей. Изделия для кухни. Полочки для клинок. Цене 50 и по цене 100. Березовая толкушка стоит 100 рублей. Чего? Большая скалка из березы. Можем. На 150. Подставьте под горячие можжевельника. Подтяжку. Стоп большего размера 150. Изделия для поддержания здоровья. Тренажер ленточный, вперед, универсальный для всего тела. Массируется как мочевина. Осторожно, двери закрываются. Следующая остановка Плющева. Снятие спазмов, напряжение мышц, как хорошее разогревающее средство. Лечебный профилактический массаж 400 рублей. Проебать горло на утро. Кистевой карманный дорожный массажер приема. Как валиком подчеркнуть ладоник, массируются пальчики для развития моторики. Каждый пальчик по отдельности хорошо можно промассировать, когда пальцы не имеют. Массаж пальцев как дополнительная реабилитация и профилактика инфаркта инсульта. После вывихов, после переломов рекомендуют 230. Осторожно, двери закрываются. Следующая остановка – Вишняки. Следующая остановка – Выжина. Давай, так, какой я?
Что, заходи. Что ты молчишь? Я ж не так прям себе. Осторожно, двери закрываются. Следующая остановка – Выхино. Здесь. Ну, короче, здесь очень больше километров. Сказал, что следующий год не приедет. Выхино. Следующая остановка – Касино. Осторожно, двери закрываются. Следующая остановка – Касино. Thank you.
Касино. Следующая остановка Ухтомская. Осторожно, двери закрываются. Следующая остановка Ухтомская. Глаза. А цена швабры для пола за обычному под 600, пустяку насадки 650, с двумя насадочками 700 рублей. Отличный модель перешетки для окна. Микрофибрином лепо до отклона влагу грязью грязи. Позволяет быстро и качественно вымыть окна 700 рублей. Салфетки на пышняке лучше основы. Работают как пылесосы. Собирают грязь, жир, мягкие пушистые. Одна 150, две штуки, 250. Набор салфеток и Ухтомская. Следующая остановка. Выдать цепь первой. 5 штук 200. 1000 штук 300 рублей. Салфетка для мытья уха, стюхов, зеркал. Без применения мочек. Намочили, отжали, вытирали. До близкой пески. Она великолепно вытирает. 6 стюхов, зеркала уха. Размером 40 на 50. На мотору ведутся ремонты работ при выпуске быть осторожно. Великолепно спиливает лучше средства, придавая хуже естественным. Эту большалку вы уже прекратите в удобную рукавицу. Для мытья тела великий массаж. Одна 200, две за 350, три за 500. Не мокро. Осторожно, двери закрываются. Следующая остановка. Выборцы первые. Thank you.
станции первая. Следующая остановка Панки. Осторожно, двери закрываются. Следующая остановка – Панки. Панки. Следующая остановка – Тамерина. На платформе ведутся ремонтные работы, привозки, будьте осторожны. Осторожно, двери закрываются. Следующая остановка – Камелина.
тебе их поточные, пакеты хорошего качества. 40 рублей один лунчик, а 100 рублей три лунчика. Осторожно, двери закрываются. Следующая остановка Краскова. Следующая остановка Малаховка. Осторожно, двери закрываются. Следующая остановка – Малаховка. Thank you.
Малаховка. Следующая остановка Удельная. Предлагаю вам эффективный универсальный препарат для уничтожения тараканов, блох, воробьев и других ползущих насекомых паразитов. Препарат изготовлен по последним разработкам ученых в этой области. На сегодняшний день он считается одним из самых лучших. Не токсичен, не имеет запаха, безопасен для людей и животных. Я вам его предлагаю по ценам значительно ниже, чем в любом интернет-магазине. Одна упаковка стоит. Мощные средства очистки сухой. Кухня ванна за 40 дней. Удаляет жировые пищевые отложения, волосы. 3 пакета от зазора 100 рублей. И батарейки у вас пальчиковые или визитчиковые. 4 батареечки 150 рублей. Ну, допустим, тоже одинаковый вопрос. Осторожно, двери закрываются. Следующая остановка Удельная. Как меня зовут? Как меня зовут?
идем проверим, идем. Интересно. Все-таки можно где-то поставить. Бакова. Следующая остановка. Ильинская. Осторожно, двери закрываются. Следующая остановка – Ильинская. Сколько ехать там для меня?
тогда ты мне напишешь, как вы, ну, выйдете, и я тогда выйду. Нет, нет. Ну да, вот сейчас тогда напиши, и я тогда выйду туда. Ориентировочно, примерно, минут 20 секунд. Следующая остановка Есенинская.
пойду попробую. Пойду попробую, вот эти головы, я тебе попозвал в маску. Я же, ну, не может быть такого. Ну, что за маска, может быть, что за день, чисто я думаю, что ты сможешь. Надеяться. Я не чувствую, я упала, да. Я даже не могу сказать, что упала. Ну, 300 рублей максимум, наверное. Ну, короче, да. Напрямую не просил, но я проверил, что я не хочу. А, потом 5-го она спустилась на волокету. Нет, конечно. Ну, потом через некоторое время печатать. А, оказалось. Хочет дать понять, что надо было. Но дают нужные деньги. Так, прямо намекает. Ну, как бы я знаю. Так, ну, просто кто-то может не погибаться. Просто они пытаются развести. Ну, это видно было. Ефимовская. Следующая остановка. Фабричная. Ну, просто видно, что разница. Точно неправильно. Смотришь номер, то есть не сбивал. Нет. Хорошо, такое. А ты все номера проверил? И мой ты? Ну. Да нет, я, по-моему, не проверял, потому что у нас с тобой разговор нормально начал. А те, кто начинает вот так вот делать ему, ну, я пытаюсь понять, что это за человек. Ну, не проверял, потом проверял, не помню. Нет, просто. Осторожно, двери закрываются. Следующая остановка. Фабричная. Ну, короче, нет, ничего было так точно. Сразу пишет. Наш. Сразу пишет, типа это. Если хочешь, что я с тобой пообщался. А, что ты потом сделаешь? Собой. Ради нашего общения, то таким делом пришла. Ну и вот такие. Осторожно, двери закрываются. Следующая остановка – Раменская.
Осторожно, двери закрываются. Следующая остановка Раменская. Следующая остановка – ипподром. Осторожно, двери закрываются. Следующая остановка – ипподром.
ипподром. Конечная. Уважаемые пассажиры, поезд дальше не идет. При выходе из поезда не забывайте свои вещи.